Продолжаем выпуск. В Рубцовске 13 детей-сирот получили квартиры в новом доме. Заселение проводится в рамках государственной программы по обеспечению жилья населением Алтайского края на 2014-2020 год. 6 квартир отойдет рубцовчанам, остальные жителям близлежащих районов. В планах приобретения еще 200 квартир по всему краю. На первые 5 лет жилье предоставляется на условиях договора специализированного найма. Затем заключается договор социального найма, по истечению которого квартиру можно будет приватизировать. Жилье предоставляется именно ребенку, который стоит на очереди, то есть члены семьи здесь, ну, как бы не учитываются, ну, не меньше 33 квадратных метров.